Почему сейчас продвижения такие крошечные? В чем сейчас основная проблема группировки Вагнера и в целом пророссийских сил? Началось все, ну, для нас началось все с поста Сладкова, военкора, в котором он написал такую горькую правду, грубо говоря. Он описывает, что украинские солдаты начали применять такую интересную тактику, что в городских конкретно боях, что сначала они максимально долго удерживают какое-то конкретное здание. Как правило, это не какой-нибудь там, не знаю, частный дом одноэтажный, а прям вот конкретно прям здание, там, не знаю, пятиэтажка, девятиэтажка, из которого в теории можно там делать какой-то укрепленный пункт, огневые позиции и так далее. Максимально его удерживают, ведут бой, потом в какой-то момент отступают, позволяют в это здание зайти вагнеровцам, и тут же его сносят. То есть перед отступлением они заранее это здание минируют. И потом ждут, когда туда зайдут вагнеровцы и подрывают. И тем самым как бы уничтожают пехоту противника.